Всем привет, друзья, с вами Ял, и сегодня мы вместе с Кейном продолжаем нашу замечательную рубрику с лаки-блоками, которая называется «Лаки облако». Да, друзья, всем привет, как у тебя настроение, Ял, ты готов? Да, ты готов? Настроение просто супер, у нас сегодня крипер-лаки-блок. Очень красиво смотрится это облако, такое очень-очень-очень зеленое. Облачное зеленое облако. Криперное, криперовское, или как правильно будет? Криперное? В комментариях напишите. Криперское, наверное. Джиперс-криперс. В общем, смотри. Канеус. Так, расскажи мне. Все ведь уже знают, что это за рубрика, что мы делаем, да. Но сегодня, Канеус, сегодня, знаешь что? Что? Опа. Раз уж я два раза проиграл, я... Ты? У тебя прошу продлить время. Продлить время на 5 минут. 15 минут, ты имеешь в виду? 15 минут, да. Ну, ты умный человек, ты умный Петя. Но, да, я это сделал, не волнуйся. Я же теперь человек-будильник. Да, предыдущего выпуска. Я человек-будильник. Все, будильник у меня готов, поэтому крипер лаки-блоки. Лаки-облако. Так, я иду на другую сторону. И, да, я победил уже два раза в двух первых выпусках. Вот, блин, а, ребят, кто не видел, обязательно пересмотрите видео, есть у нас на каналах. Обязательно. И не забудьте поставить лайки, это очень важно. Лойса, лойса. Чем больше лойсов, тем больше выпусков. Да. Кстати. Расскажи мне, что такое. Смотри, давай, знаешь что? Что такое? Давай мы начинаем через три. Так. Два. Окей. Один. Поехали. Погнали. Поехали. Все. Кнопочку нажал. Все, мы начинаем. Все, да, кнопочку нажал. Так. Нет! Что, все? О боже, там миллион криперов заспаунилось. Да ладно. Я убежал от них, Коровы! Это захват коров! Офигеть. О боже, что происходит, Канеус? Я в том, какие-то захваты коров происходят, ладно. Офигеть. Да у меня просто миллион криперов заспаунилось. А у меня миллион этих снеговичков. Пока нормально, все пока. А, я горю, я сдох. Ты сдох. Изи смерть для Яла, отлично. А я, у меня опять же свой план, у меня все подготовлено. У меня криперы летают просто, понимаешь? Ну ты их смахни рукой. Эй, брысь. Да чтоб тебя, ну, Канеус. Ты же знал, на что ты идешь, когда ставил эти лаки-блоки, ты же знал, что здесь будет. Это ж крипер лаки-блоки. Ну, мне вот, например... Я тоже умираю. Нет, я жив. А, мне пока еще ничего из брони, ни из мечей не выпало, но я все еще жив. Это самое лучшее, что я могу сказать. У меня не выпадает ничего из блоков. О, выпал. Эндермен, супер. У меня есть мотыга, чувак. Меня ударили. Ну, не волнуйся, ты не один такой. Ты просто понимаешь, всегда... Что это такое? Чувак, ударяй Майнкрафт. Это не для тебя. Это для... Ну почему? Для крутых пацанов. Не волнуйся, ща это тоже меня... Опа, хорошо. Не волнуйся. Как я люблю, когда из лаки-блока ничего не упадает. Такой, фух, пронесло. Опа, очки. Да что за... Слушай, как тебе так не везет? Меня бомбит. Конь полетел, полетень. Фух, я спрятался от коня. О, какой дикий конь. Я просто поднимаюсь наверх, Канеус, Кстати, я ни разу не был на поверхности, наверху на самом облаке. Ну, естественно, мне выпал Ял. Мне выпал Ял, который меня убить хочет. Меня убил Блэйс, чувак. Да, супер, чувак с... У меня две, да. Я пытаюсь тебя найти, где же Ял? Ты меня уже ищешь? Блин, я пытаюсь тут выжить с лаки-блоками, я что не разобью, у меня все жесть. Воздух опять, как всегда. Слушай, ну в принципе, я знаю, вот многие напишут по-любому в комментариях, что типа, знаешь, там, ты можешь просто не разбивать лаки-блоки, знаешь, там все такое. Ну, ребят, ну это же неинтересно. Не, лаки-блоки нужно разбивать, чтобы... Да, нужно разбивать. Нужно, чтобы там что-то выпало, надо же как-то... Что, рукой пойду Ял убить? Рукой? Натуре. Такой, я что, пойду рукой бить? Кулаком полечу. Зелька? Что? Умер? Крипер-поушен. Да у меня прям над головой был лаки-блок, я в него впилился. У меня слишком большая голова, видимо, в Майнкрафте, знаешь? Головастик. Да. Не-не-не-не-не-не. Да блин. Я лаки. Да, 4 смерти, супер. Я думал, у меня джамбуст, я такой прыгнул, и в итоге это очень грустно смотрелось. Его не было, да? Да. Лаги. Окей, мне выпала башка чья-то. Еще одна башка чья-то. Я их расставлю на лаки-блок, а пустые. Опа. Так. О, лук. Есть. Миллион слаймов, я убегаю от них. У меня есть лук, но у меня нет меч. Есть лук, но у меня нет стрел. Я что-то там слышу. Там ведьма. Кто-то. Опачки. Это. Нет! 5-5, ура! Ах ты! Ебой. Так, отлично. Хорошо. Да что ж. Я пытаюсь жить. Я должен. Да, давай, Канеус! Умирай дальше. Все нормально. У меня не исчезают эффекты, у меня. Я не могу, я слишком быстро. Почему у меня из лаки-блоков ничего... выпадает, да, нормально все. Мне из двух ничего не выпало. Еще из... ничего не выпало.
Сейчас я тебя палкой-то как это? Разуходую. Понял? Палкой не трогай меня. Да! Понял. Изи. Изи смерть. Блин, слушай, как сложно. У меня скорость на 6 минут. Так, куча криперов. Да блин! Ебой. Отлично, давай. Мне выпал Рубин. Кто такой? Маленький свин Рубин. Да? И как у него было? Так. Мне выпало кое-что очень классное, Канеус. Маяк? Очень классное. Да. Ну. Шучу, нет. Хе-хе-хе, я тебя обманул. Биг? Что? Staircase of lava? Чего? А, кого? Лестница лавы? Давай, да. Ну, давай. я от нее убежал. Все нормально. Канеус, лучше не убегай. Блин, я боюсь, что мне выпадет снова взрыв из лаки-блока, поэтому я как-то с опасением их разбиваю, с большим, знаешь, опасением. Так. Зачем я это сделал? Черт. Мне тут очень опасно все. Очень меня все опасно. Стреляет. Кто меня стреляет? Кто это? Ах ты, Петька. Так, есть. Слушай, это уже превратилось в какой-то челлендж паркура для меня. Ты где ты там? Да я пытаюсь убежать от долбанного скелета. Ах ты, скелетон. О нет, это же хороший чел. Я его убил зря. Нет, ты не попадешь меня! Бежать! Да, это паркур. Я укатил. Опять? Нет! Да? Я упал, да. Я упал. Nice. Черт, блин, 7-7. 7 на 7, Канеус. Убери их. Ко мне слайм прыгает. Я опять чуть не улетел вниз, как же сложно-то. А-ха-ха, что делать? Я знаю, что делать, но я боюсь это делать. У меня курочка. Очень хорошая идея, конечно. Курочка. Курочка. Что? В смысле? Там блок был? Кто-то, короче, побежал. Но у нас все еще 10 минут, так как мы продлили время, поэтому не волнуйся, я не волнуйся. Все будет хорошо. Блин. Ну давай, тебе нужно теперь еще раз умереть, Канеус. Давай. Куда, кого, чего? Кейн не умирает никогда. О боже. Мне выпали миллион зомби. Я слышал, у тебя там какая-то дичь происходит. Так, я научился прыгать. Нет, чуть не умер. Че, опять? Слайм убил? Слайм стак. Тебя убил. Тебя да убил. Мне гасты выпали, мне миллион гастов выпало. Но ну, вообще, прикинь, я заспавнился прямо внутри гаста. Вот прям внутри гаст. Пацан внутри гаст. Канеус, ты тут? Я, у меня все хорошо. Я пытаюсь выжить. Я. Анатолий. Так. Интернет. О, нет, зачем я это делал? У меня просто... Опять умер? Да, у меня 10 смертей. Master of the Creeper. Меня убил мастер криперов. Знаешь, он, наверное, посмотрел на меня, типа такой, ты не крипер, все, иди. Опа! Нет! Меня скинули! Да что тебя? А кто тебя скинул-то? Это был ты? Ах ты, Юрген Канел! Ты у меня, что ли, стоишь там? А ты меня не видишь? Я невидим? Я невидимый! Блин, зачем я себя спалил? Канеус! Блин! Канеус лысый уз! Ну что? Опять я проиграю в лаки-блоках. У меня завис Майнкрафт, меня не отвечает Майнкрафт. Опа. Просто не отвечает. Все, я отвис. Ну-ка, ты меня сюда. Видишь? А ты меня не видишь? Я ничего в руке не держу. Круто. Ах ты, Петя! Ялыч. Бежим от него. Ребят, бежим от него. Ялыч, иди сюда. У меня для тебя есть сюрприз. Ой, я упал. Не трогай меня. Так, ну я еще жив. А-а-а! Почему? Прикольный взрыв. Почему? Каждый блок, который я открываю, это взрыв. Ну... Ой, это что ж такое, как сложно-то? Сложно. Чувак, реально, но это знаешь, лаки-блок это... Это крипер лаки-блок, чувак. Да я знаю, но это не для меня. Ну типа лаки-блоки. Ну все, Ливай, удаляй канал там. Я не хочу, я люблю лаки-блоки. Почему они меня не любят? Ребят. Слушай, я выживаю из таких странных ситуаций. А я не выживаю из таких странных ситуаций, чувак. Ой. У меня все наоборот. Ой. А почему у меня? Почему вообще ничего не выпадает? Ну конечно, газ! Конечно, газ! Так кто же? Газ мне должен выпасть! 14 смертей у Ялыча, офигеть! В два раза больше, да. Так я ничего не могу сделать, я мало того, я ж тебя не вижу еще. Ай! Кто стреляет? Это ты? Робин? Не-не-не, я под тобой где-то. Я просто упал, и теперь я пытаюсь потихоньку, помаленьку. Все? Ял просто. Я сломался, да. Завис. Ял просто завис, как человек. Система Ял не отвечает. Ну конечно, миллион кентишек. Миллион подписчиков на канале вообще-то. Нет! Почему? Почему? Канеус, объясни мне! На миллиметре от смерти. Слушай, чувак, я пытаюсь подняться с каждым разом, все падаю ниже и не. Нет! Я был так близко от тебя. Да ты что, у тебя смерть? Ты серьезно? Да, у меня смерть, чувак. Я просто. Изи смерть. Сколько времени еще? Сколько времени? Осталось 6 минут 20 секунд, чувак. 20 секунд. 6 минут 20 секунд.
тебя есть время? Я понял. Ты сможешь. На самом деле, ута, блин. У меня нет времени, у меня магми. Магми. Магми? Кто? Ну, конечно, я упал, я снова получил смерть. Ну, идеально, да. Лысый ус, лысый пес. Так. Пойзена давайте мне, да, пойзен, я люблю пойзен, да, класс, вкусненький. Отравили бедного Майнкрафта. Может, здесь столько мобов сейчас просто, что просто, еще я не знаю, ну, что у тебя делать. Там, да, вакханалия какая-то творится, это вообще жесть. Меня, знаешь, из блока выпадают тупо всякие петьки. Тупо петьки. Мне паук хочет убить, меня крипер убил. Миллион чешуйниц. Миллион? Кто меня стреляет? Ты-ры-ры-ры-ры. Кто меня стреляет? А не знаю. А, не знаю. Я не горю, Конец, я не горю. Да ладно, все? О, да, у меня был эффект. Изи катка? Сейчас победишь? Конец, ну, не знаю. Че? Кто был суммон? Крафт Даймондс, причем два раза подряд. Я разбил два лаки блока, у меня два Крафт Даймондс выпало. А ну же, можно убить этого Петю, который мне Крафт Даймондса? Нет, это мой пацан. Что за прикол? Что такое? Конец! Что? Я в воде! Какой воде? Здесь везде вода разлилась! Да? Офигеть, да! Я не буду падать теперь! Да ладно. Умирай, Конеус. Умирай, просто умирай, я должен выиграть. Да меня бьют! Слаймы. Да. А ты теперь видимый, да? Да, у меня все прошло, и мне. А, нет! Я умер опять. Да. Нет! Ловушка! Понял? Твою ловушку! О, нет! Нет! Кролики? У меня кролики, у меня все спокойно. Да блин, кто меня опять трогает? Конец, как мне выйти из ловушки? Я могу разбить ее? Я не смогу ее разбить. Мне про. Меня. Нет! А как же твоя вода, которая тебя спасет от всего? Все? Все. Забанили ялы, как всегда. Кулаками ж нельзя сломать обсидиан. А можно попытаться. Можно? У меня майнер фатик. Не, у меня еще. Пару часиков займет. А, 18 смертей, Конеус! Слушай, ну у меня тоже все очень как-то не очень хорошо. Да, ну да, ну да, конечно, у тебя не очень хорошо. Но ты просто. Ты тролль! Вот кто? Ты троллястер! Да? Маленький Конеус. С самого рождения родился и тролль. Да блин! Живи, живи. Конеус, ты должен. Я должен победить. Это будет 3 победы подряд, нифига себе. Ну, если я выиграю. Вот именно, не надо тебе никаких. Если я выиграю. Ой, крипер, привет, пока. Так. Лодки! Ха-ха-ха! Я теперь на лодке могу кататься по этой воде! Мне лодки выпали! Взял там и воду заспавнил, и лодку, нифига себе. Да у меня тут просто шляпа. О, сапожки! Сапожки. Они, наверное, крутые, я возьму их. А, ну конечно, опять. Чувак! Сапожки с 200% скорости добавляют. Мне кажется, я только умру. Давай, умри. Ой, как быстро это все. Ой, как все быстро. Опа. Где ты? Надо. Боже, да что ж такое? Ну почему мне вечно не везет? Мне вечно не везет с этой фигней. А, я взорвался, что? Не везун, лизун. Так. Камон, так не было ничего. Не из блока опять взрыв выпал, походу. Конеус, как это? Слушай, у меня тут такое сейчас выживание происходит. Ну я так сейчас круто прыгаю. С 200% скорости. Я научился. Я научился, чувак. Чит. Вот это иди, не падай. Конеус, живи. Так, все. Что? Кто там? Что там? У меня выпал меч на миллион скорости. На миллион. На миллион скорости меч? Да. В смысле, скорости чего? Атаки? Света. Света? Да. У меня все очень опасно. Я не могу, я боюсь его брать. Я не буду его брать. Ай-яй-яй-яй-яй. Тише, Конец. Полсердечка. Полсердечка? Нет! Я только добрался до твоей базы, я улетел вниз. Блин, у меня 20 смертей. Да? Чё? Как все осталось, ты знаешь, сколько осталось? А знаешь, сколько осталось? Ой, я горю. Блин, опять умер. 20? 2 минуты, я не знаю. Я вот прямо сейчас пошел. Я прям пошел вот на тебя. Вот прям. Ярый бурый кейн. Вот теперь у меня нет эффектов, и теперь я могу. Я могу. Как же тебя найти там, а? Иди просто прямо. Встретимся на середине. Ага. В самом центре. На центре ПВП. На центре ПВП, окей. ПВП шквай. Так. Крипер. Не взрывайся, не взрывайся. А ты что, на центре уже? Ты дальше лавы? Я? Какой лава? Опять. Умер. Опять. О, да. 15 смертей. Я чихнул. Опа, все, отвис. Куча лавы, ты говоришь? Куча лавы это у меня на базе тут. У меня тоже. Да, у нас у обоих лава. Да. Штанишки. God leggings. Отлично. Resistant к снокбеку. Круто. Живем? Жизнь вообще крутая штука. Да блин! Жизнь вообще отстой.
Так, все, я пошел. Нет! Да, не нет! Криперы! А, криперы! Я умираю! Вот это просто заорал. Слушай, я только что себе набил две смерти у тебя. Я пришел к тебе на базу, я хотел тебя убить и умер в твоей лаве, да! Мне криперы заспавнились, я не мог выйти из лаки-блока просто. Просто нуп, да блин. А, просто нуп, вот именно. Блин, да как так, Канеус? Чувак, осталось 40 секунд. Я хочу успеть дойти до твоей базы. Боже, миллион чуваков! Миллион пацанов. Умри, пожалуйста, 4 раза. Сейчас. Раз, давай. Нет. Я жду. Раз, два, три, умирай. Сейчас, вот прям сейчас. Я вот иду, но можешь произойти все, что угодно. Я упал. Я иду на тебя, да. Ты идешь на меня? Да, прямо на тебя. А ты с чем-то идешь? Совсем. С чем-то? Реген, совсем идешь? Я хочу убить Яла до конца времени. Я опять упал. Нет, нормально. Вот он, вот сюда. Стало 7 секунд. О, нет, я упал. Нет. Ты упал? Ты жив? Ты упал? Ты полностью упал? Чувак, зазвенела звенелка. Зазвенела и... 22 смерти на 20. Я, ну как чувак, так? Ну, ты подвел опять просто... своих подписчиков. Ты подвел всех, ты подвел. Я теперь Канеус. Так, ребята, в комментариях, пожалуйста, вам нужно смотивировать Яла на то, чтобы он выиграл следующую Лаки Облако. Да мне просто не нужно так много Лаки Блоков разбивать, наверное. Вот мы и встретились. Опа, здорово, пацан. Ну шо? Ну-ка, иди сюда. Сейчас покажу, где раки зимуют. Умирай. Потихоньку умирай. Я не умру, я бессмертный. У меня штаны бога. Ой, я опять умер. Ну, Канеус. Да, две... Я не знаю, почему тебе так происходит. Нужно натренироваться, чувак. Ты. Ну ты не умел. Ты понимаешь, что лаки-блоки всегда не на моей стороне. Мне нужно их как-то, знаешь, как-то их. Подтасовать. Задобрить. Да. Ты их подкупи перед этим, перед выпуском. Крипер взорвался и волной меня отнес. Ладно, все, на этом все. Да, в креате. А вот, кстати, здесь. Давай. Прощай, если. Давай. Спасибо, ребята, всем огромное за просмотр. Не забывайте обязательно ставить лайки, потому что чем больше лойсов, тем больше Ял будет проигрывать. Нет, Канел, в следующий раз я должен выиграть. Давай, посмотрим, кто кого. Пока 3 победы у меня за мной. Пишите в комментариях обязательно, какие лаки-блоки вы хотите видеть в следующей серии. С вами был Ял, с вами был Кейн. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. До свидания.